Не пугайтесь, это всего лишь вид снизу. В соцсетях новый тренд – бороды, сфотографированные снизу. Флешмоб набирает обороты. Появляются все более неожиданные идеи. Некоторые участники украшают свои шеи очками, различными рисунками, пытаясь придать им схожесть с лицом. Кое-кто пошел еще дальше и начал обрабатывать фотографии с помощью графических редакторов. Во флешмобе также поучаствовали российские пользователи Twitter и Instagram. Там за несколько дней появилось несколько сотен таких вот снимков.